то есть создать такую площадку, в которой фотографы и видеографы могут делиться своими знаниями и передавать свой опыт будущему поколению. Чтобы создать сайт для общения местных фотографов и видеографов, Андрей Журенко уже даже нашел разработчиков, но нужна финансовая поддержка. Получить грант не удалось, идея требует доработки. Теперь автор идеи хочет добавить на сайт возможность найти моделей и техников для съемки, а также разместить свое портфолио. Создание вот этого пространства поможет найти вот этих вот начинающих специалистов, прокачать их, чтобы в будущем они были способны без проблем трудоустраиваться. Я очень хорошо над ним сейчас работаю, прокачиваю его. И надеюсь, что в следующем году, подав на грант, я все-таки смогу его выиграть и смогу реализовать его. Грант – это основной способ воплотить задумку в жизнь. Как еще добиться поддержки своей идеи, с какими проблемами сталкиваются студенты и кто поможет в реализации, молодые люди обсуждают с экспертами на слете «Амурский кампус». Сотни студентов со всего Хабаровского края приехало сюда, чтобы им помогли реализовать уже готовые идеи, а также вдохновиться и сгенерировать новые. Приехали и участники из соседних регионов. Цель такая, что мы сейчас приедем, получим все скопившиеся знания, которые вот вы предоставляете, и потом приедем к нам в молодежный центр ВВГУ и волонтерский. Там будем это все продвигать, как-то внедрять, менять что-то. Так свежие мысли принесем. Мы хотим, чтобы предложения, которые озвучит наша молодежь, они были межвузовские. То есть это слет, который собрал всю студенческую молодежь региона. Плюс к нам приехали представители из Приморского края. То есть и нам важно сделать лучший продукт на уровне региона. Не местечковый, а более масштабный, красивый, чтобы о нем говорили, хотели участвовать и хотели его организовывать самостоятельно. Участники поделены на 10 команд. В конце слета каждая группа должна представить свой проект. Эксперты помогут усовершенствовать его, а затем воплотить в жизнь. Мы сюда приглашаем проректоров, ректоров, советников по молодежной политике. Они оценят эти проекты и, возможно, какие-то проекты возьмут на реализацию вузы, какие-то возьмет молодежная политика, какие-то социальные, ну и так далее. Здесь история такая, что это инициатива самих ребят, она, безусловно, должна быть поддержана, докручена, доведена до ума и в следующем году реализована. Александра Пискун, Ольга Власова, «Смотри Хабаровск».